Водителя грузовика, который устроил аварию, где погибли 3 человека, отправили в колонию. 42-летний дальнобойщик из Липецка получил 4 года. Он выехал в рейс, зная, что у него повреждено колесо. В итоге на трассе под Челябинском шина лопнула, и шофер многотонной фуры потерял управление. Выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ 10-й модели. В легковушке не выжил никто. Водитель и 2 пассажира погибли. Было установлено, что водитель грузовика знал о неисправности, но устранять ее не собирался. В итоге дальнобойщик попал в колонию на 4 года.